Всех приветствую на моем канале. Сегодня будет видеорасклад для овнов на февраль 2024 года. Так, давайте начнем. Сначала посмотрим, что будет в сфере финансов и карьеры. Так, давайте посмотрим, что ждет овнов в сфере финансов и карьеры. Так, смотрите, для кого-то может быть финансовое положение затруднительное, либо будет не хватать ресурсов, кому-то необходимо восстановить свои силы, либо продвижение по карьерной лестнице будет не таким стремительным, как бы вам бы хотелось. Это все-таки касается больше людей, которые заняты в сфере финансов. Также трудоустроены они в сфере архитектуры. Либо это может быть строительство. С другой стороны, люди сферы искусства, религии, также медицины, они могут притормозиться, и их карьерный рост тоже будет не таким быстрым и стремительным. То есть в этот именно период у них больше стоит задача восстановить свои ресурсы. Конечно, новые начинания есть. И опять-таки стоит вопрос сохранения ресурсов. То есть если мы говорим про материальную сферу, про финансы, все-таки нужно умерить себя в тратах. Так, давайте следующее посмотрим. Что ждет в семье таких людей? Овны, что ждет в семейной жизни? Так, давайте посмотрим в феврале, что ждет овнов. Ну вот смотрите, все-таки в этот месяц важна фигура отцовская, то есть кто-то в семье должен все-таки покровительствовать, быть защитником в семье. Также нужно избавиться от каких-то иллюзий. Могут быть иллюзии, может быть, например, кто-то из партнеров недопонимает, да, друг друга. Кого-то. И также, если мы говорим про род в целом, да, то есть в этот месяц именно будет защита со стороны вашего рода. Вполне возможно, что это может быть какой-то предок, допустим, с отцовской линии, то есть это будет все-таки предок мужчины, который будет вас защищать. Так. Также у нас, смотрите, идет тройка кубков. Вполне возможно, что в этот месяц вы будете праздновать что-то. Какое-то веселье может быть, либо какой-то праздник, как и у нас обычно выпадает на февраль месяц. Обычно, скорее всего, может быть, даже связано вот день Святого Валентина, вот что-то вот в такого плана. Так, и у нас... Опять-таки, вот смотрите, если мы говорим про эту карту, у нас карта выпадает солнце, то есть больше будет такая вот солнечная энергия, то есть позитивная какая-то энергия. И опять-таки, смотрите, для овнов выпадает у нас знак овна, то есть для вас все-таки даже какие-то вот, смотрите, перспективы, да, будут в семейной жизни. То есть какое-то вот развитие будет в семейной жизни. Либо, может быть, даже, смотрите, может, пополнение какое-то. Так, давайте следующее посмотрим. И что ждет овнов в личной жизни? Что их ждет на февраль? В личной жизни. Какие вообще вопросы стоят главные для овнов? В личной жизни.
Вот смотрите, если мы говорим про каких-то одиноких людей, да, им все-таки, вот смотрите, необходимо в течение вот этого лунного месяца, то есть, скорее всего, период, когда вот луна будет наиболее активная, то есть им нужно все-таки брать инициативу в свои руки, чтобы они могли действовать, то есть не полагаться на судьбу, а все-таки решать задачи при помощи, может быть, даже какого-то вот своего мастерства. Так, если мы говорим про пары, то у нас все-таки выпадают карты благополучия, то есть благополучие связано с тем, что пара может разделить свое счастье друг с другом. Какие-то вот, смотрите, новые идеи придут, может быть, даже вот будут какие-то вот сюрпризы, да, может быть, даже подарки будут. И опять-таки у кого-то вполне возможно даже будет пополнение в семье. Я надеюсь, вам понравился мой расклад. Подписывайтесь на мой канал, поддержите мой канал, ставьте свои лайки, смотрите мои предыдущие видео. И всего доброго и до свидания.